А какой тренинг делать следующий? Вот. Мы подумали, что самое лучшее, что мы можем сделать, это продолжить тему ДМД и сделать тренинг психотехнологии ДМД. Почему? Потому что тот курс, который я вам дал, да, он, конечно, профессиональный. Вот. Но это пропедевтика, введение в курс дела. Вот. И у нас появилась идея дать тренинг, где будет огромное количество психотехник, методов. То есть по дыханию 2 дня. И там попробовать огромное количество технологий дыхания. То есть там пульсацию, там значит, попробовать значит, суфийские практики дыхательные. Попробовать там восьмерку дыхательную, попробовать дыхание по чакрам, попробовать дыхание, значит, муладхарное дыхание, копчиковое дыхание, попробовать огромной территории, попробовать правотантрическую практику дакшиначарьи, дыхание по центрам, по верхним, ну вот по верхним центрам, которых 5 в дакшиначарьи. То есть если дыхание, то вот 2 дня с утра до вечера, вот. Ну и одновременно 2 ДМД. Без лекции? А? Без лекции. С минимальным, вот с таким. И утренний ритуал будет, но без. То есть с минимальными настройками, не аналитическими. То есть сделать такой профессиональный тренинг, где осваивались бы, ну вот, по музыке, вот, по движению. Ну, существует огромное количество практик, двигательных практик, вот, которыми так-то я владею, вот, чтобы проработать все 3 яруса двигательных. Вот, проработать там, там начиная, значит, от хтонического уровня, вот, танец змеи, вот, и заканчивая полета птицы там, и так далее, там огромное количество, масса просто всего, вот, работы с суставами, работы значит, с костями, работы с мышечными группами, с фасциями через движение, вот. Просто я владею очень многим, но давать это невозможно, ну, в смысле, времени нет. Вот я подумал, что вот мы все-таки будем вот раскручивать вот эти 2 ступени. Пропедевтика и, ну, такая, ну, давайте будем говорить о мастерской. Вот. То есть мастерская психотехнология ДМД. Вот, и следующее, ну, вот, как там говорят, для продвинутых пользователей. Вот, то есть мы решили, вот, ну, вот, просто посидели, решили, что вот мы сделаем такой тренинг с подробным исследованием психотехники, методов и техник внутренних, которые существуют в каждом разделе. Значит, мы так этот анонс и напишем в расписании на следующий год уже? Да, такой анонс и напишем, да. Это хорошо. Ты уже запомнил. И записал дважды. Ну, великолепно, да, ну, вот, как бы, очень хорошо. И, то есть, вот, но вот потребность чувствуется мастерской, вот для меня, например. Вот, и я так думаю, что потребность это существует и у всех, кто, ну, хотя бы слегка заинтересовался ДМД. Но на этот тренинг приедут. Я точно знаю, почему, потому что ведущих ДМД, но сотня другая в России есть. Вот. Да и в Казахстане тоже. Ну, там не сотня другая, но человек 10 уж точно есть, которые ведут ДНД. И